В этом году на летний период в Даугавпилсском крае запланировано большое количество различных мероприятий, как традиционных, так и организованных впервые. И начало будет положено уже 14 мая. В Краевом доме культуры пройдет праздничное мероприятие, посвященное Международному дню семьи. Мы на это мероприятие пригласили пары, которые прожили вместе 50 и больше лет. Но у многих возникают проблемы, связанные с возрастом и состоянием здоровья. На данный момент самая старшая пара, которая прожила вместе 59 лет, не сможет принять участие в празднике. Но приедет муж и жена, которые состоят в браке 58 лет. Кроме того, мы дополним число участников представителями молодых семей. Напоминаем, что мероприятие, посвященное Международному дню семьи, пройдет 14 мая в Краевом доме культуры, начало в 13 часов. Кроме того, большой выбор различных концертов готовит агентство по развитию туризма Краевой думы ТАКа. По словам руководителя Роланда Градковского, каждую последнюю пятницу месяца в крае будет проводиться культурное мероприятие. Например, 29 мая в 21 час на эстраде в Вышках начнется музыкальный фестиваль «Паграбудзиесмазем звайгзнем». Музыканты будут из разных самоуправлений Латгалии, а в июне праздник запланирован не в последнюю пятницу месяца, а на Лигу, то есть в ночь с 23 на 24 число, и тоже на эстраде в Вышках. Приедут многие известные музыканты, не только из Латгалии, но и из всей Латвии. Инго Норманс, Дайнис Кутелес, Эрикс Грузнич, Юрис Островскис и другие. Все выступления будут обыграны в традициях Лигу. В июле мы устроим настоящий бал, а кульминацией этого лета станет выступление мегапопулярной в стране группы «Минуэт». Хорошей традицией Даугавпилсского края стал фестиваль «Аугш Даугава», который собирал на берегу Даугавы в Науинской волости большое количество не только местных жителей, но и многочисленных гостей, в том числе из-за рубежа. В этом году в связи с реновационными работами провести праздник будет невозможно, но была найдена замена – общелатвийский сплав на плотах, который пройдет 23 мая при сотрудничестве спортивного клуба «Бейбукс» и Краевой думы. Сплав «Большой плот» проводится уже третий год подряд, и каждый раз это мероприятие вызывало большой интерес у зрителей. Думаю, что в этом году соберется еще больше человек. Будут гости из России, Литвы, Эстонии, Латвии. Согласно сценарию праздника, с 10 до 16 часов мы проводим различные конкурсы как на воде, так и на суше для людей, которые задействованы в командах. А вечером организаторы приглашают всех на концерт, во время которого выступают популярные группы, такие как «Дабус и Дурвас». Вся подробная информация доступна на сайте www.lielaisplosts.lv. А 28 июня пройдет одно из ярчайших событий этого лета – латгальский праздник танца «Вечеринка в Вышках». Подготовка к этому мероприятию уже идет полным ходом. 110 танцевальных коллективов, в которых занимаются более 2000 человек, каждый день репетируют свои номера. В латгальском празднике примут участие танцоры из 23 краевых и 3 городских самоуправлений. И, конечно же, это лишь небольшой перечень тех культурных событий, которыми порадует Даугавпилсский край своих жителей и гостей. С полным списком концертов и других мероприятий вы можете познакомиться на домашней страничке Краевой думы www.daugavpilsnovosts.lv.